Меня зовут Павел Габдуллин. Я доцент высшей инженерно-физической школы Института электроники и телекоммуникаций. Область моих научных интересов лежит в разработке новых наноразмерных структур, разработке новых технологий и создании на их основе электронных устройств для современной электронной промышленности. Следует отметить, что мы не просто создаем новые структуры и изучаем их свойства, мы пытаемся предсказать их будущие свойства на этапе разработки. Последние годы мы уделяем большое внимание анализу данных, искусственному интеллекту, машинному обучению для прогнозирования свойств новых создаваемых нами наноразмерных структур. Основной целью нашей программы является подготовка инженера-исследователя с хорошими фундаментальными знаниями в области физики наноструктур, с опытом применения этих знаний на практике. Вот почему мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими промышленными партнерами, использующими инновационные технологии в производстве. На мой взгляд, научно-исследовательская работа в нашей области очень интересна прежде всего тем, что мы имеем дело с абсолютно новыми структурами и приборами. Мы смотрим туда, куда до нас еще никто не заглядывал. А также мы успешно применяем результаты наших исследований на практике. У нас много аспирантов, в том числе иностранных. Темы их выпускных работ напрямую связаны с нашими основными научными интересами. Например, сейчас мы работаем с аспирантом из Китая по теме «Наноструктурированные материалы для современной электронной промышленности». Обязательным условием для участия в программе является техническое образование, хорошие знания в области физики и материаловедения, владение методами моделирования и понимания современного программного обеспечения, применяемого в промышленности. Добро пожаловать на нашу образовательную программу. Здесь вы получите знания и опыт, которые пригодятся вам в дальнейшей жизни и карьере.